Здорово, с вами Витёк из Стаса, мы рубаем в Викинг Сквот. И упал в воду просто на радостях. Всем привет, ребят. Да, значит, вот как бы мы уже поздоровались, что я забыл включить запись, так пришлось заново здороваться. Я там вообще немножко чуть матом не сказал, но ладно, вовремя спохватил. А я возьму, я возьму и вставлю эту часть видео. А, гнолы какие-то, Стас, спаси. Смотри, какие у них рожи опасные. Я ему бутылкой потряс. Погоди, сейчас я их убивать буду, смотри. А ты потрясающий бутылка. Да, я сейчас чейн стан просто прописал. Воу-воу, полегче. Ух ты, фига себе, он крутится в меня. Крутилки-мутилки, что ты в Dark Souls переиграл, что ли? Крутилки-мутилки, в Dark Souls игралки. С ума сойти. Кактусы мочи. Это что-то камни катятся, смотри. Перекати это перекати поле, ну. Перекати камни. Какой здесь сильный ветер. Тубурены. Страус? Вон еще один, Сейчас, садись на страуса. Садись на страуса. Сейчас, я вон тот камень хочу разбить. Так, как там садиться? Ну чё, парни, здорово. О, донаты идут, здорово, парни. Фига себе, как он клюется, смотри, прикольно. Тюк-т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 юк. Меня сбили со страуса. Да меня тоже сбили уже. Это нечестно. Куть-куть-куть-куть-куть. Хватит так громко смеяться. Кто тут смеется так громко? Сейчас будут в чате писать. Опа. На, Америка, Европа, топчи ему лицо. Самая страшная смерть — быть заклеванным до смерти каким-нибудь страусом. Так классно клюет. Такой ат-ат-ат-ат-ат-ат. Фига, он даже кактусы клюет. А, прыгать он не умеет, да? А магию тоже не умеет. Он только очень клевать может, и все, больше ничего. Ну да, это стандартно. Клюй кактус. Интересно, кактусы, страусы едят кактусы? Конечно, они только ими питаются. Ничего интересного нет. А, ты даже камни. О, давай. С двух сторон. Страшная смерть просто. Да не говори. Из них так топоры выскакивают прикольно. Плотоядные страусы. Кошмар какой-то. О, надо слезать. Погоди, там ящик. Как прыгать-то? Сейчас пойду ящик. О, яблочко! Тебе зачем? А что, у меня тоже хп было мало. А, ну да, точно, ты же тоже налажал. Ну как и всегда, все мы налажаем. Нормальное место, стоим, ждем. В машины убийства заходят такие. Шикарно просто. Опа! А где я-то? Лоу хелс. Где я? Я себя потерял. Найди себя срочно. Одиночество поможет тебе найти себя. Найди себе страуса. Будь как страус. Куть-куть. Отлично. Смотри-ка, по два просто дают, представляешь? По два кубка дают за один этот, за одну корону. Да я в курсе, я тоже офигеваю, Стас. Ты видел мои глаза, они такого размера, что... У меня кактуса... Ой, кактуса, говорю, страуса отобрали. Кактуса. Кактуса отобрали. О, что-то надо таскать. Статуи надо нести. Конечно, понесем. Слушай, ну мы надо, чтобы до финиша нести, надо. Что, они реально приходят такие и спускаются вниз. Да, прям четко на клюв к страусу. Не хочешь присесть на клюв к страусу, малыш? Черт. Меня тут это на клюв кто-то посадил. А можно брать? А, то есть кто-то должен нести, да? Да, кто-то должен нести. Ну давай я понесу. Ну давай. Давай я понесу. Какая разница? Давай. Куть-куть-куть-куть. На страусе я понесу. Я на страусе. А он, смотри, тут еще страус. А он, кстати, еще есть страус, да. Я сменю своего страуса на этого страуса. Он устал у меня. Пускай отдыхает. Смотри, кстати, я только сейчас заметил. У него сразу голова в песок. Ты его отпускаешь, у него сразу, смотри, голова в песок. Шпэнк. Слушай, действительно. Слушай, ты хилок можешь накупить, если хочешь. Да, мне-то они, в принципе, я не знаю, я бы хотел усиления. Ну и все, пошли. А сколько ключей у нас у всех есть? Понесли. Ключи. Давай я еще один ключ возьму. И усиление возьму. У меня два ключа есть. Погнали, у меня тоже теперь два ключа есть. Зачем нам усиление, если мы хилками не пользуемся, скажи мне. Их просто нам не дают пока что-то. Ты скоро меня воскрешать будешь, я чувствую. Ну, спускайся вниз. Нима. На, попал. Ух ты. Ты какой. Мне сейчас сдохну, Стас. Терпи. Терплю. Блин, а они, смотри, у них какой-то сопли. Все, меня прокололи, Стас. Витьки прокололи, сделали пирсинг.
Меня прокололи, Стас, да черт. Спасай! Ну ты дал. Я такой, я могу дать. Но не всем. О, мяско. Да мяско. Вставать, я сказал. Блин, что-то... Зачем-то я линию потерял. Да что ж я не туда бью-то? Бей туда. Бью туда. Вот эти со щитами, оп, они иногда бывают удары блочат. Да. Ну потому что они не пробивают, видишь, я их просто подбрасываю постоянно и все, все хорошо. Куть-куть, поехали. Я несу голову золотую. О, нормально пронес. Опа. Иди дальше, Стас. Ты давай, где? несем. Вот ку-ку. Они, вот они идут. Ох ты ж. Ты не уйдешь от клювка смертельного. Смертельный клювок. Попец. Вернись сюда. Все, победа наша. Сейчас мы со Стасом тут всех убьем. Страшно-то как. Пустыня, параша, победа будет наша. Ух ты, сколько их. О, да, они опасные. Ох, всех поймал, смотри, отлично. А я всех заклюю. По-моему, у меня даже больше повреждений, чем твой страус наношу. Не верю. Чуть не выбросил. Прыжки подошел и выкинул в дырку. Все, а страус приехал, блин, страус. А, че это мой... А как... А, все, страус теряем, да? Да. Страус теряем. Андрюшка, придется смотри, тебя тут оставить. Смотри, какая-то лестница наверх, Стас. О, можно туда залезть? Нет. Там кто-то нет, живет, там домик пещера. Чей-то. Там чей-то домик, да, был. Так, хорош. А как я там оказался-то вообще? Я говорю, он другу... Я был на другой линии. Так, нечестно. Да, всё, если человек попадает под мой удар, то все, это до свидания. Витин удар, до свидания. Я сейчас это делаю. Человек, до свидатор. О, прикинь, понятно. Это... это что за самураи? Викинги. Нет, это больше на татаро-монгольская ига похоже, на монголов даже. Монголы! Монголенома! Что это такое? Смотри, открывается глаз, как это ворота, ага, какие-то открылись. Отверстие, похожее на... Отверстие. На отверстие. Пошли посмотрим, что там. А может в отверстие? Посмотрим, что там. Там, наверное, корабль, нет? Ой, да, сундук. Валетки! О, тут вот, пропасть. Вот, теперь конец. Вот, видишь, а ты хотел сундук оставить там. Ничего я сундук оставлю. Так, штуку берем, поехали. Тащим ее. Нажми кнопку А. Так я нажал, он что-то прыгает у меня. Ты что прыгаешь? О, классно. Фу, привет, Витя пишет. Здорово, ребята. О, все, мои жизни восстановились. Надо было умереть тогда. Жалко, что ХП не восстанавливает. Монетка. Не, я первый. А смотри, мне и тебе монетку дали. Что это такое? А что такое? Это можно тащить? Нет. Может, это надо ударить? Нет, можно тащить. Можно тащить. Все, я тащу. А ты тащи. Давай, то, что тащил. О! А вот смотри, вставляй сюда. Давай еще тащи. Она катается. Она покатилась, да, реально прикольно. Во-во-во. А в лицо такой штукой не хочешь? Опа-опа-опа! Чарж! Заморозить и убить. Южане не привыкли к морозу. Хороший. Как меня тут топчет всех. Так, тихо. На еще разок. И снова. И снова здрасте. Давайте. Это вам. Топчи его, топчи, давай. Як. Давай, вставляй. Вставляю. И сажусь. Так, еще, а вот это можно Злодей? Як, ты куда головой-то? Да. Слушай, а почему у него здоровья нету? Я в два раза просто. Персик. Какой персик ты? Персик. Не женщина, а персик. Положи его сюда, в дырку, в круглую. Ну я вот земле. Но я думал, что это туда надо положить. А теперь не знаю как. А, понятно. Потому ну, что теперь... господи. Потому что теперь мы унесли. А может сюда... А, статую туда тоже не положить. А попробуем, можешь попробовать закинуть? Да, может быть статую надо было. Нет, туда. Не закидывается. Ну не закидывается, вы слишком высоко. Слишком, да. Ну понесли дальше, ладно. Кто там? Да. Ты в кого-то закинул. Да блин! Что происходит, Стас? Давай, всех ко мне. Сейчас я их
атомную войну ему строю. О, блин, сзади! Че ж такое, я не заметил чувака сзади. Прикинь, он меня там мутузил. А, Витька! Зарубили меня, предатели! Стас! Как тебя спасти-то? Откуда знаю? Нет, они убивают. А почему ты стоишь-то? Да потому что я жму кнопки, а у меня что-то ничего не происходит. Нет! У них какой-то есть контроль, видел, они в тебя каким-то дымом кидали? Стас, я вообще... Так у меня там уже хп чуть-чуть осталось, мне в спину просто топором подло. Подло. Я что-то как-то даже не ожидал от тебя этого. Ха-ха, ты меня предал. Я тебя не ожидал этого. Да нет, ну просто я как-то даже... Просто не рассчитывал на такой исход. Хэллоуин! Ну ладно. Ладно, чё. Ты ж, может, ты ж включил запись позже, да? Как бы ребята не видели еще вот эту прелесть. Хэллоуин! И вот, кстати, а, опять, точняк, ребята, опять да, тыква. Хэллоуин, как опять видите. Тыква, кстати, есть. Из него падает шапка на две руны в виде тыквы. Давайте на корабль. Да. Если же дочь команды, то давайте-ка на корабль быстро. Пошли, Стас. Подожди. Я хочу себе надо же улучшить. Ну купи хп себе и поехали. Давай. Давай, Стас, не... Так, чё купить? А я возьму хилку. Купить. А я купил хилку тоже. А что такое? А, у меня еще одна осталась. А, откуда она взялась? Я же вроде... И у тебя тоже, кстати. Откуда она мне взялась вообще? Не знаю, смотри, там какой-то там ктулхтоид какой-то. Это рыбный чел там, видел? Рыбный чел. Он прыгает. На! Не ори! Lost City, давай заново сюда. А мы, получается, статую сразу с тобой профукали, да? Ее здесь уже не да, будет. Да, ну нет, почему? Сейчас мы нам заново ее дадут. Витька упал. Нет, она была на прошлом уровне, мы ее заносили с прошлого уровня. А, черт. Да ладно, пофиг, хрен с ней. На горе стоит статуя. У нас ее нету круглой штуки. У нас ее теперь нет. Да хватит мне бить спину, тварь! Что ж такое-то? Как они... На! Опа! На! Да блин! Чё вы меня бьёте? Бейте Витьку! Я убью, а он такой чё? Нафиг раз и всё. Ему пофиг. Меня просто избили. Блин, взял хилку, жиранул. Да что ж такое-то, я случайно не ту кнопку нажал. Уф-уф! Кось-кось! А чё это у тебя волк какой-то? Ты где? А, ну там был волк. Там так, другой волк. Нет, это как его? Ну попробуй, на, сам попробуй. Нет, что-то она не кладется сюда. Вот так. Сюда вот. Что-то другое. Может, тут, может быть, сюда надо было статую поставить, кстати. Может быть, но а мы не смогли бы ее закинуть. Не могли закинуть мы ее туда. Странно. Кось. Ладно, погнали дальше. Кось. Да все мое! Опа! Привет, парни! Ты какие, а? Выбегают. Хоп-хоп. Вот видал, что они творят? Ты сделал такой, ты видал? Я же тебе что и говорю. У них какие-то газовые типы. Газовая атака. Тихо, сломаешь же. Кось. Мяско! Какая-то еда выпала. Ты ее съел! Когда у меня мало жизни. Все мясо мое. О. Скрывай. Монетки. И деньги мои. На не общий, ладно, не вредничай. Злой витёк. Сейчас кому-нибудь как в нос кину, смотри. На. А чё ты не разбился ты на нем? Опа, меня убили, Витька. А как ты так? Как ты так быстро сдох-то? Ну, мне там надубасили до этого. Ты опять, наверное, не сможешь меня, да, воскресить? Да конечно, чё они мне не дают? Ура! Я успел! Блин, ну они меня натупили вообще по полной программе. Я раньше вроде в три... Ульти, блин! Ну да, кстати, мы давно не использовали, да, ультимейт? Я устал. Я ухожу. Все, поехали. Чик-чик-чик. Чё вот эта штука, блин, нельзя через неё выкинул её. Выкинул, ну да, она такая противная. Да нафига она нужна? Она только мешает. О, кристаллы. Можно бить. Нет, нельзя. Походу, бесполезно. Да, какие-то неубиваемые кристаллы, погнали дальше. Погнали. О, смотри, вот сюда надо закинуть. Кось. О, можно даже вот так. Я закатил просто туда. Ще красавчик. О, можно нажать. Фу! Блин! Испугался, да? Ух ты! Ледяной меч!
Атака, эра, атака, нифига себе, вот тебе такой подойдет, наверное. Вообще шикарно, мне всегда подойдет. Ай-я! Волка профукал! Вау! Ну и все, бросай его. Не могу. Ерема, прости меня. Бросай, командир. О-о-о. Ой, сейчас кину, ты смотри. Ты че это? Да ты как, ты тварь. Она не выдержала. Да. Ирина сказала. Я, говорит, не выдержала давления на нее оказанного. Психологического. Ну, давайте. Достаточно два подброса моих. О, хавчик. На, я тебе тоже помогу. Жалко, что... Ох ты ж, Стас, ну ты говори хоть, что чаржится. Так мяско бери. Собираю еду, и тут с другой стороны кто-то прилетает. Что ты скажешь? Следи, не хлопай лицом. Клювом не щелкай, да? Да-да-да. Как там говорил? Ингроссом хем-хем или клювом не хвац-хвац. Очень мудрое выражение. Не кричи, пожалуйста. Так, смотри-ка, нам сюда нам потом приволочь что-то. А вот это да, вот. Да, вот это, наверное, штука. А, давай, скрывай. Ох, кристальчик, 10 денег. Так. Ну, налево, Стас. Кидай. Кидаю. Несу. Вставляю. Да, сундук поворачиваю. Что-то свет включился. А мы до этого, значит... кстати, мы до этого-то не прожимали с тобой, да, ведь вроде как? Мы я просто... прожал там. Там тоже прожимал до этого, да, куда я... вкидывал монетки вот эти? А вот на самом первом уровне нет, не прожимал. И, так вот, я вот тоже про это вот. Там, может быть, и не надо было, но... Монетка. Смотри, из кустов-то монетки, оказывается, падают. Да, временами. И хавчик наверняка. Вставляй! Чё не ставил? Вначале убьём. Персик сразу за персиком. В атаке с персиком. Все, я их поймал, Стас. Сейчас чейн лайтингом. Блин, опять эти парни. Опять эти ребята. Тоже чажутся, как я не знаю кто. На! Да почему я там льдом не попадаю в них? Это же нечестно. Собирай. Опа! Ух ты, сколько ребят, смотри. Давай на нашу линию всех выманивай. Есть! И все, и тут я их прям принимаю. Упс. Ой-ой-ой. Ай, чуть не уколол. Так они, оказывается, какие-то жуки вообще. Я только сейчас это заметил. Какие-то, что у них какие-то жуки. Блин, Стас, ты хорош бегать-то по линиям. Я их собрать пытаюсь в одну кучу, а ты... Что ты собираешь так плохо? Собирай лучше. Это просто, походу, свет какой-то включает. Я, правда, не знаю, зачем это надо, но свет включает. Опять вы. Свет твоего окна. Я упал. Я не могу до них достигнуть. Так я не могу до них достигнуть. Вот так вот. На уровень достигнуть. Ты взял их. Так, ну что? О, хилочка. Скоро, наверное, босс. О, Басяндр какой-то. Мипс-ср. Кто придумал дебильное это имя? И я думаю, это Икея. Ну, это была Икея, Стас. А я выдержу? Нет, я не выдержу. Я просто хотел проверить. А, меня наскинуло! Ах ты, тварь коварная. Хилочка. Этих крыс можно убивать-то? О, можно. Летающих-то, да. Воу-воу-воу, вентилятор летят. Так я ее могу морозить. Ты же вентилятор-то. Давай, мутузи ее. Мутузи? А прикольно, я сзади-то ее... На... Блин, через нее нельзя чажнуться. Да, вот эти полубоссы, они... Ай, меня проткнули, Стас, насквозь. Больно было. Витьку проткнули. Уходим. Сраные пропеллеры, вентиляторы. Запиливай! Канарейка проклятая. Не было. Батарейка сраная. Так, о, вход. Смотри. Может, тогда тоже там какой-то вход пропустили? А, нет, ну да. Смотри, пошли. Пошли. Ну тебе, видишь, как повезло. Я еще прыгну. Все. Я понял, что это была наша ошибка. Шикарно. Попрыгали отлично. Со Стасом?
Нет, я без Стаса. Я сам по себе играю. Какой-то не по... Сам с собой, Витя, разговаривает. Это ваши галлюцинации в голове. Опа! Так, я не понял. А, смотри, здесь уже встал. Может, надо сюда еще раз? Поверх? Не, вряд ли, наверное. Я думаю, это следующую куда-то вставлять надо. И какие-то мумии везде закатанные, ты посмотри. Вижу. А вот теперь... теперь понятно, почему свет включается. Теперь дальше будет свет включаться. Смотри, вот других, если бьешь, да, они не бьют тебя в ответ, если ты начинаешь их бить. А этих нет, они бьют тебя все равно. Да, эти бьют, я про тебе и говорю. Я что-то раньше привык, что спокойно так со всеми. А с этими так не получается. Они почему-то... В ответ нас все равно упасят, как только могут, да. Ух ты. Ой! Ай! Ой, не туда. Опять не туда. Запинывай просто тогда. Осторожно, кристалл. Ой. Кристальная мышь. Я же сказал осторожно. Кристалл мышь. Свет. Там наверняка какая-нибудь ачивка есть. Пройти не включая ничего. Корона. Ух ты, корона. У нас, кстати, по 8 очков откуда-то уже набралось. Прыг. Так настучали. Прыг. Прыгнул. Оп, хавчик. Нажимай. Я умер. Стас умер. Я тебя воскрешу. Воскреси меня. Если смогу. Если не умрешь. А ты что катаешься туда-сюда? Воскрес. Да. Как я их видал. Но. Уйди. Я про ульту забываю все. Яблочко. Иди собери яблочко. Это не яблочко, это персик. Неважно. Цитрусовая. Понеслась дальше. Это апельсинка. Цитрусовая. Вообще. Цитрус, персик, это не цитрусовая. Цитрусовый персик. Может, все-таки можно как-то его разбить? Нет? Опа! О, сундук. Мой. Персик. О. Там яблочко, кстати. Все-таки это не персик, это яблочко. Жопка, как у яблочка. Ой, опять ребята. Опять ребята, говорит. О, смотри, тут... это ты. Я хотел сказать, о, смотри, этот со щитом. А это ты, прикинь. О, опять корона выпала. Что же это за фигня такая? Прикинь, этот чувак ледяную штуку пробил. Тихо! Пробил ледяную штуку этот чувак. Ударилась. О, да не бейте меня в спину, подлые! Подлые поцики! Это же не по-человечески, не по-героически! Ну, крыса, давай! Хорош! Ай! Блин! Витьке досталось по спиняке. Да, мне досталось по спиняке, все верно. Где ты такое выражение достал? Не знаю, по спиняке. По спиняке. Привет, опа. Привет, ребята, привет, здорово! Ага! А, не справился с управлением. Бывает. Тихо опять, ребята. Куда покатился колобочек? На, сковородка тебе. Тихо! Тут ты тут взялся-то. Я тебе покатаюсь. Ой, там кристалл. Там мышь с кристаллом. Осторожно. Мышь. Так-то мышь. Опять, говорит, ребята. Ах, мне эти ребята. Ой, кристаллом. Как ты громко кричишь-то, Василиса? Ай, блин, я ж упал. Ты упал, я не смог подняться. Да блин! Какого черта достали меня? Во, правильно, ультуй, Стас, ультуй в них. Так, опять эта крыса. Ух ты, прикинь, он разбил оттуда. Он разбил кристалл. Вот как, надо их на кристалл натравливать, чтобы они били их. Может, просто мы мало били по нему? Ну, он просто с одного удара его чакнул. Просто сделал чарч у него и все. Чак-чакнул его, да. Он просто чажнулся в него и все, в кристалл. Запинывай! О, вот эту штуку надо взять. Крыса. Справились, Стас, мы с тобой молодцы. Фух. Тихо. Оба. О, где ты? Прыжок. Опа. Оба. Оба. Я психую! 8 хитов, 10, 11, 13. Нет. Давай, короче, бесполезно. А, она как, кстати, тоже. Она, кстати, как... О, давай вот этого приманивай сюда. Становись за кристалл, Стас. Но он... Да, блин!
Ну пройди ты, господи, боже мой, за кристалл. Вот они дурак. Спрятались. Спрятались, блин, от парня. Отходи. Во, видал? Ну я отошел, да, но меня он убил. Теперь ты один. Как ты просто это медленно делал, я тебе скажу. Так он замахивается, я прыганул, как успел, а он все-таки зацепил меня. А мою волосатую спину. Надеюсь, тут где-то будет воскрешение. Ох, мне теперь одному как-то сражаться. Да, с таким-то количеством хп. Хотя бы все на меня начали нападать. С таким-то хп-то. Долго, я думаю, ты не просражаешься. На! А как ты попал-то по мне? Вот так вот. Вот так вот. Эти типы попадают вообще им плевать. Это жопы какие, а? Да пипец. Она тебя накинула на той линии. Птица-тролль проклятая. Птица-тролль, да. Еда вообще практически не хилит. Да не говори, да, вот это плохо они сделали. Надо, чтобы еда хилила. Это они типа такие, давай, покупай хилочки сам в магазине. Ну да, да, которых мы вам не будем специально слушай, давать не знаю, на протяжении долго я тут игры. Потерплю еще. Терпи. Терплю. Входим, тут крыса. Да блин, они все лезут и лезут, смотри, новые. О, тебе яблочко дали. Да яблочко это. Персик. Это яблочко. Персик. Яблочко. Персик. Там же видно, что яблочко. У него жопка, как у персик. Яблочка. Яблочко. Эй, где Стаж? У персика. Где Стаж? Я где тут. Где Стас голубой? Прикинь, прошу. Стас, мы что-то не знаем. Видать, а дочь-то знает, да? Она вычислила сразу. Так, и как мне это перенести? А ты все равно его не знаю, уронишь. Тут вдвоем пропасть. Только можно. Тут только вдвоем можно. Почему? Один стоит, и ему перекидываешь, он хватает. Да ты просто кидай, на стойку попадешь. Она не упадет вниз, поверь. А, вот, ну пожалуйста. Да. Прикинь, я тут ящик нашел. Опа, добрище. Пока Стаса нету. Да, добрище, черт. Добрище, вечерочек. Теперь обратно. А ты куда ты? Дочура-то тебя подтролливает тоже, потом она подхихикивает над своими да фейлами. Да не говори вообще. Тут еще тролль маленький. Сейчас я отнесу. Давай, отнесу, надеюсь, где уже воскрешение? Уже Стасяна скучает. Да кинь в лицо ему. Стасик. Это не Стасик. Это дядька какой-то. Стасик. Опа. Стас, тебя ну пускай, тут. Пускай я буду, пускай. Без меня уже скучают, это мясо. Приятно. Хопа. Так, погнали дальше. Ох, о, босс. Стас, прикинь, я донес. Я донес, а корабль где? Справился. А корабль где? Видимо, там, за дверью. Опа, low health. Сейчас будет воскрешение. Эту штуку. Сейчас будет воскрешение. А вон оно справа. А почему здесь можно налево? Может, налево и надо? Смотри, огромное количество кристаллов, которые можно сбить. Может, налево и надо? Нет, налево не надо. Нет, тупик. Ну да, да. Арена, Стас, здесь какой-то босс. Раз, будет. Два. Нам с тобой нужно будет четыре, на кристаллы убивать, чтобы денег заработать. Возможно, он будет бить, знаешь. Возможно, вот он будет ты. Бить и кристаллы может ломать, и мы сможем забирать. Точняк. Смотри, вот оно прилетело. Чудо. Ну давай хотя бы тактику сейчас изучим, наверное. Давай. И убьем его сразу. О, ага. Господи. Проснись, тварь. Я так понимаю, что будет идти. Он сейчас будет идти вперед, скорее всего. Я тоже так думаю. И нам нужно будет за время, пока идем, мы его завалить, такое ощущение. Сентинел, охранник какой-то. Защитник? Ну, тащак, я же сказал. Воу. Кто-то пытается к нам чё? Присоединиться. Не, ребята, давайте-ка, не, короче, парень, без этого. Давай-ка выходи отсюда. Вот это сейчас залп будет. Ох, черт, я умер. Фига, ваншотнул, что ли, он тебя? Нет, у меня здоровья мало было. А, я понял, короче, к нему... К нему вообще надо аккуратно. Ой. Вот он точно будет стрелять, надо потом тогда бить. И нам, получается, с тобой надо его будет убить, пока, короче... Может, ему надо вот по рукам бить еще, по этим, чтобы он вообще не ползал? Да так, не знаю, вот я бью. Ох ты ж, блин, под руки лучше не вставать. Да, лучше не вставать уж точно. Больно. А, черт!
Какой-то странный босс, если честно. Но мне кажется, что мы его так просто... Да, мы что-то не успеваем его убить, по-моему. Да, не успеваем, мне тоже так кажется. Значит, у него... Да черт, нет, вообще так, нельзя вставать под руки. Неправильно с тактикой, да? Да, неправильно. Либо он сейчас будет чаще останавливаться. Ууу, меня убило. Я, оказывается, под пушку попал, ведь. Вот я, под рукой лежу. Ху-ху, сейчас тобой откинуло. Выхлопнуло. Не, ну в принципе он довольно-таки долго идет. Да, но мы... Смотри, у него голова потрескалась чуть-чуть. Ну да, мы ему уже... Что бы это значило? 25%-то хп снесли. О, что-то сверху. О, вот падает, это смотри. Начинается интересное уже, да? Ну давай, останавливайся, упырь. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Бей, Витька, бей! О, меня откинуло. Ох ты ж, господи, боже мой, что это было? Зато денег насобираем. Ай! Бей-бей-бей! Блин, я не понимаю, что бить. Да руки надо бить, руки. Ему можно бить только руки. О, воу-воу-воу. Воу-воу. А, да черт. Там сейчас конец будет скоро. Ну еще не совсем скоро, еще прилично ползти. Мы должны успеть его убить. Ай, блин, я сейчас сдохну. О, теперь стас твоя очередь убивать. Ха-ха-ха-ха! Я уничтожу один, старика. По-моему, ты не сможешь один. Да, конечно, нет, тут просто дамага не хватит. Слушай, ну нифига, все равно. Ну, может, там как-то какая-то вторая фаза, конечно, начинается. Не уверен. Я что-то вообще не понимаю. Нам просто надо его убить за отведенное вот это время, пока он ползет. Я смотрю, по-моему, он даже ускоряться начал. А вот, пожалуйста, и конец. И я умер. Зачем? Но я бы все равно его не убил, ведь. Он уже конец, все. Мы его тоже его так не убьем, понимаешь? Что-то мы не так делаем. Все мы так делаем. Но мы не успеем его убить. Ну, возможно. Не, может быть, надо в рожу пинать его. Может, в момент, когда он открывает пушку, надо его бить как-то, я не знаю. Но под пушкой стоять вообще нельзя. Будешь стоять так, под пушкой. Написано, пушку можно прервать. Витя, я хотел задавать, но ты даже не прочитал мой коммент. Ну и здорово, почему я должен читать коммент? Зачем ты что-то задонатишь? Так, бейте по пушке, по нейрон 30, а по рукам 3. А как по пушке бить, если он стреляет пушкой? Ну, видимо, какой-то так, момент времени. Стасу, чтобы он сделал ульту, и да, бейте по стволу. Вот так вот, надо по стволу бить, прикинь. Понятно. Так, ну что, мы в следующей серии попробуем или сейчас? А я не знаю, сколько мы записали-то. Ну, мы с тобой пробегали до босса, считай, полностью всю локацию прошли. Так, я лучше качну себе. Давай попробуем еще разок босса вальнуть все-таки. Ну давай. Так, подожди секунду, я посмотрю сейчас, что тут еще можно взять. Какие из этих интересных. Две руны, две на удачки. А эта тыква дает плюс 35 к хилпоинтам каким-то, что ли. Три руны плюс ко всему. Хилпоинты. Только, ну, видимо, лечение от хила, которых у нас, к сожалению, нет. Но сейчас мы сможем покупать их. Лучше статы качать, Витька, да, прав. Да, денег мы с тобой набрали жесть сколько. Давай, возьми там себе, что ты качаешь и пошли. На урон. Так, и две спустить. Оп, оп. Ух, сейчас я хилочек наберу. Ты возьми хилки. На эффективность, и потому что... Хилок. Пару хилок и эффективность. Йо-хо-хо. И я тоже. Давай, погнали. Погнали. Погнали мочить босса. Так, сейчас будем ему пушку отстреливать, Стас. Будем. Только надо аккуратно, потому что она практически сразу ваншотит. Если но ты... Видишь, написано, что можно сбивать. Твоя ульта его сбивает. Его пушку, так что накачивай. Ну попробуем. Эй, ты проснись! Я что-то ему бью. По 7, кстати. Что-то не сильно бьется. Sentinel! Какой-то опасный хрен. Так, под руками лучше не стоять. Монетки лучше собирать. Ну что, он не стреляет? Во! А так, смотри, написано атак. Атакуй пушку, вы. А смотри, ты сбил его. Реально. Ты сбил его? Да смотри, сколько ты ему нанес урона. Так это изи тогда, если он такой босс. Смотри, сколько ты ему урона нанес, ты видел? Давай. О, тихо.
Давай вместе. Сейчас он скоро будет дуть. Ходи. Давай, мочи Стас. Ха-ха-ха, нормально, нормально, да? Нас начеканил. Нормально он нас с тобой баскетбол просто с нами сделал. Да что ж такое-то? Не, ну так-то это не вариант так бить. Что-то, ребят, не это не играется. А как получилось у тебя в прошлый раз сбить? Я не понял, я куда-то внутрь залез. Он все равно не бьет. Не знаю, ребят, что-то не работает эта ваша тактика, пушку бить. Ты ульту-то делаешь? Магию-то свою делаешь? Да, я нажимал. Магия бесполезна. Не знаю, что-то пушка, ребят, по такую же цену бьет. Не, ну тогда ты снес ему очень хорошо. Да, но непонятно, как я это сделал. Ну, как видишь, бесполезно, я... Да блин, какого? Да. Я не знаю, ребят, что-то вы там это... Ладно, не, они все правильно сказали. Мы так-то получилось же, сейчас я умру. Первый раз-то получилось, нормально надо дамажить. Да, но почему сейчас не получается? Вот, смотри. Сейчас что-то... Может, какое-то количество надо урона нанести, а мы просто не справились с этим несколько раз подряд. Ну, не знаю. Мне кажется, просто до половины довели его, тогда можно. Все, я сдох. Че, вообще умер? Да. Не, пока я лезть сюда не буду, там опасно. У тебя же вроде была хилка. Просто, говорит, с руки бейте. Монетки. Прыгай и бей, надо в прыжке бить. Ну-ка попробуй. Да не, вот видишь, ты сейчас не просто бил. Смотри, он ускорился. Ах ты, петушеч. Давай, Стас! Ты сможешь? Суть-то. Три раза впитал. Давай! Ну! Нет! Там, наверное, знаешь, еще один удар оставался. Я пропрыгал просто, как дуралей, с одной линии на другую. Ничего, сейчас справимся. Ну, все равно что-то непонятно как-то. Да все понятно, понятно. Надо просто бить. Просто надо бить. И все. Подбежал и бьешь, подбежал и бьешь. Я понял. Опа, я хилку еще куплю. А Витька пожадничал хилку и бить последний раз, да? Я выпил. Ну, вон у тебя была сразу одна. У меня две сейчас было. Мы вышли. Ну, а ты одну оставил, а потом, я так понимаю. Не верил в наши силы ты просто, победим. Я понял. Ты не верил просто в наши силы. Давай! Давай, босс! Локи на пороже! На тебя, тварь! Зеленый прыщ. Мочи руки пока. Проснись! А что ты ему убил сейчас, кстати, по 8? По роже? Голову? Угу. Sentinel! Тебе нравится это название, явно. Очень. Монетка. Воу. Давай, подходи. Давай. О, нормально. Сработало, Стасяндр. Надо просто колбасить в лицо, короче, и все. Просто руками, да, колбасьте все. Тихо, сейчас будет акшн. Так. Смотри, дальше пошел. Ну да, он пушку-то сейчас же пока не использует. Стас? Вот она! На! Ну! Ес! Тактика! Ну, какой-то... Галактика! Я понимаю все, конечно, да, как бы, да. О, господи боже мой, что происходит? Босс все дела, как бы, мы еще умерли дважды, но все равно он простой, вот если так подумать. Да. Обезьяна была сложнее. Когда тактику знаешь, фигня. Давай, подходи! Давай, 6 хит! Есть! Все, сейчас ускорится. Стас, чуть-чуть осталось, давай, мы сможем, я уверен. Стас, только держись. Так я-то вроде держусь. А я деньги собираю. Тю-тю-тю-тю-тю. Давай, о, все. Мочи, добивай. Есть. Успел даже стрельнуть чуть-чуть. Сейчас, наверное, вылезет. Человек взорвется. Сейчас взорвется. Сейчас, наверное, вторая часть вылезет. Босса нет? Нет, все. Опа! Кристальчик. Красненькая штучка. 4 кубка. 4 чайника сразу дали. Отлично. The sky is falling. Все. Опа! Теперь можно сразу заходить. Остался, да?
Не бей кролика. Ну что, остановимся? Не, ну погнали, 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 да. Останавливаемся. Хотя тут можно даже особо в дом-то не ходить, все на пол хп. В общем, спасибо, ребят, за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте комментировать, делиться этим видео с друзьями. И, конечно же, самое главное, добавлять в плейлисты. Ай-яй-яй, яблоко на меня упало холодное. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, дорогие друзья. Всем пока. Да-да-да.